Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора, либо даже в интернете. Там вообще ничему нельзя доверять. Там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире, ну, это всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Это тоже информация, это тоже оружие борьбы. Когда я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми, и по телефону говорил напрямую, с ребятами прям. Но, во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. Вот. Дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда.